Знания тех, кто предшествовал нам, нельзя ни распространять, ни уничтожать. Сила его может стать опасным оружием, попав не в те руки. Но может уберечь нас от грядущего катаклизма. И тогда мы решили поддерживать это знание с помощью записи, сохранившейся в дошедших до нас местах. Летописи хранителей. Хранители спрятали талисман огня в месте, которое они называют затерянным городом. Некий катаклизм давным-давно погрузил это место под землю. Хранители запечатали доступ к городу, расселенному на дне реки с восточной стороны. Если записи из библиотеки правдивы, то странный камень, который я нашел, может открыть этот вход. Еще я раздобыл карту, такую старую, что края осыпаются у меня в руках. На ней город, по крайней мере, таким он был тогда. Я надеюсь, что это место не очень изменилось. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами Вора. Итак, отправляемся мы сегодня за талисманом огня, судя по всему. Вот, затерянный город у нас называется. Так, что у нас по заданию? Кажется, запертый вход в затерянный город находится под водой в реке, что протекает неподалеку. Первым делом тебе надо отыскать его. В затерянном городе должно быть немало потерянных сокровищ, не упускай свой шанс. Окей. Картографическая экспедиция, которую хранители посылали однажды в затерянный город, так и не вернулась. Они будут благодарны тебе, если ты вернешь медальоны со останков умерших. Окей. Так, талисман огня много лет провел спрятанным в затерянном городе. Настал час забрать его. И, конечно, неплохо, что ты нашел талисман, но теперь тебе нужно выбраться отсюда. Понятно. Все ясно и понятно. Сейчас мы с вами... Так, ключ окей. У нас теперь есть от портала какой-то ключ. Да, этот камень должен открыть печать хранителя на входе в затерянный город. Так, отмычки, стрелки, стрела с веревкой, обычные стрелы, понятно. В затерянном городе, как всегда, наверное, скорее всего, будут всякие зомби, там всякая дичь, вот. Это же затерянный город. Так, что нам нужно, в принципе? Мы говорили газовой стрелой попользоваться, давайте одну возьмем. Так, водяные стрелы по-любому. Давай десяточку, наверное, да, возьмем. С веревкой у меня... одна всего, да? Давай возьмем... Ну, пускай будет, чтобы три. Так, исцеляющее зелье одно возьмем. Папирус какой-то. Знакомый предлагает тебе купить у него заказ от одного коллекционера на старинные ценности, которые ты, возможно, найдешь в затерянном городе. Цена 150. Давай возьмем. Давай возьмем. Так, вспышку я не знаю, брать не брать. Ладно, давайте попробуем без нее обойтись. Так, исцеляющее зелье я одно взял. Давайте зелье дыхания на всякий случай одно возьмем. Ну и давай, ладно, уговорили. Одну, короче, возьмем вспышку. Окей, погнали. Итак, давайте почитаем папирус, что нам... Что там за заказ? Сангар, дай мне знать, если наткнешься на ценный антиквариат в ходе своих исследований. В особенности меня интересуют любые ритуальные головные уборы и маски. Золото и эмали и сайрика встречается все реже, и думаю, не надо говорить, что если вдруг ты найдешь что-нибудь, относящееся к эпохе предшественников, я сделаю тебя богачом. Брэм Гервазиус. Или Тервазиус. Гервазиус, скорее всего. Окей. Всякие маски надо найти, всякие маски. Канализация. Неплохо. Так. Что у нас по карте? По карте. Понятно. С карты нам делать нечего. Так. Это нам не открыть. Задание найти. Ага, 2000, в том числе на 500 монет драгоценными камнями. Вот так, да? Вот так. Так, медальон, ага. Понятно. Ну, погнали. Так, двери эти не открываются, ничего, да? Ну, погнали.
Судя по всему, надо найти вход теперь в затерянный город. Так, ладно. Ладно, ладно. Чуть ходов. А, кстати, это же этот. Да? Ну, обычный старый город. Помните? Мы тут бегали от этих... От стражников, когда убежали, короче, с этого... с гильдии воров, помните? По-моему, здесь мы бегали. Он сказал, камень откроет, да, вот этот камень мне откроет вход. Значит, надо искать. Значит, надо искать затерянный город. Он по-любому... Да по-любому где-то под водой, нет? По-любому где-то под водой. Ну, не наверху же. Наверху я был. Тут ничего. Давайте нырнем под воду, посмотрим. В колодец, может. Давай нырнем под воду, посмотрим, проплывем. Ага. Вот и нашел. Да бляха меня течением сносит. Отлично. Так, сейчас воздуха хлебну. Бляха, не зря я взял зелье дыхания, смотри. Не зря. Так, нашли вход в затерянный город. Хорошо. Это что? Стена такая подозрительная. А это, наверное, с другой стороны можно... А, смотри, здесь можно это вдохнуть. А, с другой стороны там можно, наверное, это... Также пройти. Скорее всего. Хотя, может, просто стена. Кто его знает? Ну, кто его знает? Так. Это карман, да? Ага. Ну, если что, у меня есть зелье дыхания. На крайняк, если будем вообще задыхаться. О, еще ниже. Еще ниже. А, вон, смотри, можно хлебнуть. Нельзя, что ли, хлебнуть? Тихо. Бляха. Это зелье дыхания. Надо было больше брать, надо было больше. Ну кто же знал? Все, отлично. Я надеюсь, больше плавать тут не придется. Так, сейчас несет. Мне не надо этого. Пауки. Ляй косой. Бегут, смотри, сколько их там. Бляха. А что ты не... А ты это... В воде не тонешь, что ли? И в огне не горишь? Собака, отстань, клещ сраный. Он реально как клещ. Может, это клещ, а не паук? Бляха. Собака. Так, ладно. А где-то же стрела, нет? Стрелы же, которые я не попал, они же этот... Можно подобрать, по-моему, нет? Хорошо, они не травят. О, смотри, там стоит еще один, да? Я приблизим. А, наоборот. Смотри, какой здоровый вышел. Смотри, какой здоровый матка вышел. Я сейчас все патроны строчу. Все стрелы. О, как круто. Попал, прикинь. А, чуть-чуть. Наверное, вот так вот будет. Да ладно. Да я думаю, проще...
проще спуститься. Так, ладно. 5. 5 стрел осталось. Да что ж такое? Что ж такое? Проклятые рудники. Так. Судя по всему, главная цель вон туда. Но. Я хочу еще... Опа. Здрасте. Я хочу еще здесь посмотреть. Может, здесь еще что-то есть. Понятно. А вон туда тогда еще. Ну туда смотри, я могу оттуда перепрыгнуть, в принципе, да? А если я упаду в воду, туда я смогу выбраться? Думаю, да. Думаю, да. Так, вот отсюда будет нормально. Да ладно. Все, отлично. Отлично, 2 стрелы осталось. Две стрелы осталось. Так. Давай-ка сначала прыгнем в воду, посмотрим. Может, здесь что-то под водой есть интересное. Сокровищ нет. А, меня выносит сразу. Хорошо. Хорошо. Меня сразу выносит. Так. Давайте по этой стороне посмотрим. Боже, может, какие-нибудь драгоценные безделушки лежат. Драгоценные. Ни черта нет. Ни черта. Да, а, в смысле, залазь. Там тоже ничего нет. Хорошо. Хорошо. Все, идем, короче, тогда туда, куда нам надо. Бляха, ходов-то. О-о-о. Так, окей, ладно, пойдем тогда. Начнем справа. Запомним, что налево мы не ходили. Бляха. У меня 2 стрела. 2 стрела. 1 стрела. Хера, они еще и прыгают. Хорош прыгать. Леха, маленькие ублюдки. Так, хорошо, а этого попробую сейчас мечом. Ништяк. Лучше бурики были, да? Так, так. Это потерянный город. Но он больше не потерянный. Вон талисман огня. Блеха, так близко, знаешь? Ты видишь и не дотянуться, да? Смотри, там что-то летает. Охренеть. Короче, надо с другой стороны как-то обходить, получается, да? Потому что здесь камни, а здесь стрела не зацепится. Ну да, скорее всего. Скорее всего, с другой стороны. Пойдем, значит, налево. Налево это у нас, значит, правильная дорога. Ну, в лаву прыгать я не буду. Так, вот эта штука, я думаю, это опасно.
И раз затерянный город, здесь по-любому всякие ловушки должны быть. Надо быть аккуратным. Ловушки могут, кстати, быть, наверное, и головоломки всякие, как вот типа, когда мы были в этом, в гробницах, то помните? Хранители могут сохранить это место в секрете. Да, действительно, как? Так, там, смотри, дороги. Здесь дорога. А, ну это я получу. Я, получается, на крыше какого-то здания. Давайте. Ого. Кто это? Лихо, у меня стрел-то нет. А, бурик. Ладно. Бурик это, ладно. Прикольный, да? Светилово. Так. Здесь, там, о, смотри, сколько. Понеслась. А, и все, что ли? И все. Я думал, у нас 4 штуки лежит. Так, здесь что? Ой, я чувствую, будет интересно посмотреть. Поразгадывать здесь тайны, да? Леха, туда! Ходов-то. Еще и вниз можно. Не откроется. Знаю я их, всякие выемки. Автоматика вообще жизнь, да? Костерчик. Это, наверное, группа исследователей, так, короче, которая пропала. Я здесь костерчик развела. Разводила. О, здорово. Так, ну бурик мне не это. Не страшен, в принципе. Там еще один. Или внизу. Там что-то лежит, смотри. Да, внизу ходит. А, это я круг сделал сейчас. Это я сейчас сделал круг, значит, мне вниз. Да, я полагаю. Я полагаю, мне вниз. Так, окей. Здорово. Здорово! Леха. Ладно, пускай бегает. Оставлю его в живых. Не весь же рот искоренять. Так, смотри, здесь туда еще ниже. А, здесь не пройти. Хорошо. Не скули, пожалуйста, так. Не скули так. Нет, что-то ходов тут, я уже заблудился. Несмотря на трудности, я рад возможности изучить город предшественников. Их общество было удивительным, многослойным, как горная порода, и, по-видимому, столь же стабильным. Над всеми стоял император, божественная личность, которая не подчинялась никому, кроме их богов. Императоров редко видели простые люди. И эта отдаленность порождала мощную и политически сильную бюрократию. Только последний император Ва-Тарак, похоже, был другим, беспрецедентно близким народу. Полезная информация. Это на улицу я вышел. Так, погоди, я на улицу вышел, но... Это... Давай-ка это... Тихо, иди сюда. А, это... Это уже боязливый. Так, я оттуда пришел. Давай-ка вот здесь. О-о-о-о. Вот еще один. А, это тот же. Это тот же, который боится меня уже.
Так, обратно я смогу залезть, да? Еще глубже. Там, кстати, выход на улицу был. Ну, давай-ка сейчас это... О, здорово. Еще один стражник. Тихо, тихо, тихо! Отлично. Так, туда не пройти. Ой, сколько их там! Ой, сколько их там! Я застрял в бурике! Ой, меня сейчас завоняют, сейчас завоняют. Ой, завоняют сейчас. Тихо, тихо, тихо. Так, те двое уже боятся меня. Надо сделать, чтобы этот меня боялся. Все хорошо. Больше они не наврали. Да ладно? В смысле? Они все равно это, смотри, рыгают. Даже когда боялись, они начали рыгать. Исцеляющее зелье, хорошо. Есть какие-то пещеры, но туда мне не пройти. Тут лава. Пик. Отлично, так, хорошо. Хорошо. Свиток. Бениру. Было доложено, что вы распорядились перенести священные рукописи в архивы под великим храмом-дворцом, дабы не были они уничтожены жестоким огненным дыханием земли. Ранним утром и сами мы тоже переберемся туда. Не мешкайте же. Не мешкайте же. Так, это мне не открыть. Это записи кого? Это записи... исследователей, которые пропали или что? Так, окей. Здесь, в принципе, все. Мне туда не пройти, там лава. А здесь мне тоже не пройти, это тоже лава. Значит. Значит, идем на улицу. Так, а улица у нас... Улица это вот сюда, да? Хорошо. Мне показалось, веревка висит. Это наскальные рисунки. Кто-нибудь дома? Да, есть кто-нибудь дома? Так, я слышу бурика, в бурике дома. Окей. Ладно, нам предстоит, короче, сейчас... исследовать домики. Так, ладно. Ну, уйди ты. Будет еще мешать мне тут. Да дайте пройти. Хотя фиг знает, я думаю, навряд ли здесь что-то есть. Я думаю, где-то в глубинах города этого. Вот там есть. А, смотри, не. Огненная стрела одна. Так, ну и больше не вижу ничего, да? Кхе.
Оттуда я пришел, да? Да, вот я Бурика убил. Идем дальше. Здесь внутрь можно подняться, значит здесь по-любому что-то есть. Смотри, тарелочка. Да, уйди ты. Тарелочка. Так, кости мне не нужны, да? Это что у нас? Это просто завалено или это что-то потайное? Пусто. Так, откуда я пришел оттуда? Хорошо. Не допрыгнул. Так, 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 так. Хорошо. Хорошо, так, надо теперь туда. Меч убираем, а то он с мечом он медленнее. Опа, хорошо. Смотри, там еще пещера, ну давай-ка в дом сейчас залезем. О, другое дельце. Уже какой, хоть какое-то дальнее стреляющее оружие у нас есть. Хотя, может, не просто так нам дают эти... стрелы. Заберусь. Давай, давай. Хорошо. А, ну там можно было, смотри, по лестнице или нет. А, аккуратно, аккуратно. Ай, аккуратно. Уже 7 огненных стрел, хорошо. Так. А там еще какая-то пещера была же. Охренеть, да? Охренеть. Так, ну ладно, что делать-то? Надо прыгать. Еще наскальные рисунки. Окей, ну туда мне не пробраться. У нас либо сюда, либо туда. А, ну и все. Да, туда. Да, посмотрим. Ой! Ух ты, как он меня это смачно рыгнул. Так, ну с этим хорошо. Давай. Отлично. Отлично. Пусто. Так, а откуда? Откуда я пришел? Я заблудился. Вот отсюда. Отсюда я зашел. Так. О. О. Еще где-то бегает. Или это тот, который этот, которого я спугнул, бегает. И пусто все.
А, ну да. Чтоб не мучился. Чтоб не мучился. Да, жестокий, жестокий, да? Ну а что делать? Не мы такая. Не мы такая, жизнь такие. Ходов, боже, боже. Ходов много, но все везде пусто. Здесь ничего нет. На крышах надо смотреть, на крышах может что-то есть. Пока ничего не вижу. Пока на крышах ничего не вижу. Так, я там был? Я там был? Да, я там был. Может, туда перепрыгну. Оп. Бляха. Чё так ходов там? Ходов-то так много-то. Хрен по рассышку дойти. Охренеть. Охренеть, еще и здесь ходов. Ух, ладно, друзья, у меня видос подходит к концу. Вот, давайте будем разбираться уже в следующей серии. Вот так вот напротив лавы мы с вами сохранимся. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.